Продолжаем говорить о ДТП. Двое погибших, четверо госпитализированы. Смертельное ДТП произошло в центре города. На пересечении улиц Большая Арнаутская и Преображенская БМВ врезался в москвич и травмировал прохожих. Подробности ночного происшествия в следующем материале. Строители разбирают обломки. Люди на остановке говорят только о ночной аварии. На пересечении Большой Арнаутской и Преображенской водитель на скорости врезался в машину и сбил людей. Двое погибли, четверо госпитализированы. Водитель БМВ скрылся с места преступления. По словам очевидца, нарушителя пытались задержать своими силами. В ответ тот начал угрожать ножом. Так все быстро произошло, потому что там машина стояла и люди в машине сидели. Джип настолько пролетел, что уж машину качнуло. Говорит, там это все мгновенно, удар, искры, суматоха, народ. Вот сбежался, там все перекручено было. Водитель и пассажир москвича погибли на месте. Водитель БМВ и два пассажира скрылись с места преступления. В машине обнаружили документы и травматическое оружие. За рулем был 21-летний парень. По информации полиции, он проехал на красный свет на большой скорости. В данный час працівниками поліції проводиться ряд заходів по встановленню місця знаходження 21-річного водія автомобіля марки БМВ та притягнення його до відповідальності. Удар был настолько сильным, что водитель БМВ снес витрину магазина. Четверых человек, которые стояли на остановке, прижало машиной. Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Одному пострадавшему ампутировали ногу. Сейчас пострадавшим требуется переливание крови. Женщина в очень тяжелом состоянии. Она остается на аппарате искусственной вентиляции. Есть элементы сознания у нее, травма в основном скелетная. Все состояния шока, все остаются тяжелыми. Горе-водителю грозит от 5 до 10 лет лишения свободы, пока его объявили в розыск. Ксения Терзи, Виталий Пруц, Думская ТВ. В продолжении темы. Авария произошла в результате гонки автомобилей. Об этом на заседании исполкома сообщил заместитель начальника полиции. В ночных гонках принимали участие несколько автомобилей. Когда водитель пытался скрыться с места преступления, его останавливал одессит. В результате получил ножевые ранения. Одесский городской голова поручил полиции взять дело на собственный контроль и обеспечить безопасность главного свидетеля. Он совершил, можно сказать, подвиг, гражданский подвиг. Именно так это можно рассматривать. Когда увидев вот этот беспредельщиков, нарушивших и убивших 2 человека, и пытался задержать их, когда они хотели скрыться, он проявил гражданскую сознательность.